Всем привет! Начнем без всяких слов. У каждого в гараже валяются очень старые пассатижи, которые давным-давно не работают. И как бы жалко выкинуть, ведь они достались от бати или еще круче от деда. Привести в порядок эти пассатижи поможет дрель и сверло. Есть такая легенда, что если просверлить отверстие ровно по центру, то плоскогубцы оживут и начнут работать. Сейчас испытаем. Сверлим тонким сверлом. Что скажу, уже лучше. Просверлим чуть больше. Ну что ж, все работает. Я только что проверил, советую. Для следующей приблуды нужна канистра разовая. Подойдет абсолютно любая. С угла ступенчатым сверлом сверлю самое максимальное отверстие. Когда просверлил, разрезаю с помощью ножа канистру повдоль. Должна получиться вот такая чаша. У каждого в гараже или дома есть вот такая волшебная баночка, в которой ничего не понятно. Высыпаю в свою чашку и ищу нужный болтик. А все, что не подходит, сразу скидываю в дырку. Вот такая вот полезная приспособа. Жду в комментариях предложения, как можно доработать. А теперь давайте смодулируем ситуацию с помощью этой фанерки. Есть у нас стена и есть небольшой угол. Угол обозначу уголком. Как припаять в углу уголок к трубе? Обычным способом явно не получится. Есть один способ, который иногда меня выручает. Закрепляем наконечники по диагонали вот так. Чуть отгибаем трубу и спокойненько нагреваем наши элементы. После чего также просто спаиваем. Еще одна интересная идея с трубами. Представим, что есть труба отопления, там вода. Может быть немного, но она там будет всегда. Отрезаем. И теперь надо спаять с другой трубой. С этой трубы постоянно капает вода. Чтобы долго не ждать, когда все вытекет, можно воспользоваться хлебом. Отламываем кусочек мякиша и засовываем в трубу. Хлеб не даст протечь воде, и вы спокойно припаяетесь к этому отрезку. Ну а когда вы туда запустите воду, хлеб растворится на молекулы и не создаст никаких неудобств. Проверено, все работает. Совет простой до ужаса. Нам надо обчертить трубу по периметру, ровно. Если делать это на глаз, то вы обязательно ошибетесь. Поэтому проще взять лист бумаги, обвернуть трубу и прочертить. Ну а если в гараже нет бумаги, то легко с этим справится лента наждачная.
помощью небольшого кусочка полиэтиленовой трубы можно сделать хорошего одноразового помощника. Отрезаем отрезок сантиметра 3-4. После чего разрезаем повдоль с помощью ножа. Лучше зажать в тиски и сделать все ровно. Если все получилось, тогда осталось только вкрутить саморезы. И у вас готовая мини-струбцина или зажим. Который на ура справится с мелкими работами. Как применить старые ненужные бутылки, сейчас покажу. Две бутылки, одна большая, другая маленькая, бутылки в сторону. Поработаем с крышками. На первой крышке с помощью ступенчатого сверла делаю отверстие. На второй крышке есть дозатор, поэтому спиливаю ножовкой по металлу. Теперь склеиваю эти крышки вместе с помощью суперклея. Ну и для более надежного скрепления связываю изолентой. Большую бутылку накручиваю сразу. С маленькой надо маленько поработать. Отрезаю сначала дно, а потом ножницами вырезаю что-то похожее на совок. И теперь накручиваю на другую сторону крышки. И у меня получается замечательный контейнер для стружки и пыли. Посверлили или побурили вся грязь в бутылке. Открутили, высыпали все аккуратно, как говорится, без всякой пыли. Разный хлам, который валяется где ни попадя, тоже можно запустить в дело. Например, у меня есть вот такая спайка труб. Сделав несколько процедур с ней, можно извлечь максимум пользы. Отрезаю края и припаиваю их, повернув немного вперед. Припаиваю не ровно, а слегка загнув. Вот таким образом. И потратив 2 минуты, я сделал себе замечательный таскатель листового материала. Ну и напоследок вернемся к бутылке. Отрезав у старой бутылки донышко и просверлив в нем отверстие, можно сделать отличную подставку для сверления или бурения потолка. На этом все. Всем пока. Жду писем в виде комментариев. Удачи, хорошего настроения.